Бля, Глеб, выключи эту тему. Я записываю видео. Как мы пикапим тёлок. Давай. Подожди. Я не буду в таком участвовать. Пацанская. Так я ж наёбываю. Я, возможно, не выложу эту хуету. Ты прямой эфир все ебашишь. В какой прямой эфир? Я наладил. Это локальная запись. Блять, подойди посмотреть. Ты чё, упал? Твой стрим не включался. Отвечаю тебе. Твой стрим не включался, посмотри. Вот я вижу. И что ты, кого ты видишь? Твою рожу. Ага, там вебки даже нету, блядь. Ты вебку видишь, да? Она загорелась? Нет. Глеб, наёбщик. Ща, подождите, пацаны. Сейчас будут уроки пикапа от Виджелинга. Как быть посланным нахуй? Советую вам, знаете что, пацаны? Делать следующее. Заходить на всякие ебаные сайты знакомств, ну, по вашему месту жительства, где вы именно обитаете, чтобы вам не пришлось пилить через полстраны к вашей будущей суженой режной. Я именно хочу, чтобы вы нашли свою любовь, потому что любовь исправляет людей. Вот я был уёбком, да, типа полуёбком. Я что полуёбком? И изменился полностью, как только повидал киску. Хлеб, у тебя вообще на месте лежал. Да, заебись, слышно было. Слышно, не слышно. Но... Блять, ебать, у тебя тренога уебанская. Пачан, такая ублюдская. Все, теперь направлено полностью на нас. Это пиздец просто. Так вот, пацаны, я думаю, вам вебку нужно включить. Не надо, блять, никакого. Почему? Не трогай, все, пусть так и будет. Нахуй, ты вебка, уверен? Блядь, да. Ну, вебка это пиздатая тема. Да, ебись, все, с вебкой. Ну вот, пацаны, я хочу найти... Он говно, он выпил литр вина практически. Не слушайте эту ересь, это полная чушь. Виджелинг никогда пьяным не бывает, никогда под дотой не бывает, никогда под лолом не будет. Этому никогда не бывает. Но зато под... у всех слабость к чему есть? У всех слабость имеется к пёздам. И мужчина создан для того, чтобы пикапить тёлок и со временем их менять. Но у вас может быть, а? Уёбищное пиво. Уёбищное. Нахуй ты жестикулируешь без включённой вебки? Да похуй. У вас может быть одна любовь, согласен, да, на всю жизнь? Оно здесь тебе, так и простоит. Пачан, тебе 30 лет. Тебе, мать его, 55. 30, нет, вот тебе, допустим, 30 лет. Ты уже поженился, у вас дети, но один хуй ты будешь ходить налево-направо, так ведь? Вот я тоже хочу налево-направо, потому что у меня есть тёлка. Плачу 50 гривен за стрим. Нет, 50 гривен за стрим это мало. Вот, пожалуйста, это все мы удалим, чтобы не палились бабы. Удалим, да. Ну как исправим в редакторе в Sony Vegas? Тёлка вроде ничего, но лицо ой-ой-ой. Особенно я вот показывал Глебу лицо ее подруги, похоже я на... Я пошел смотреть стримы друга. Похоже, знаете на что? На ту героиню с мумии, которую воскресили, убивали, снова воскрешали, и, собственно, это все сказывалось на ее лице. Именно вот она. Посмотрим следующее. Екатерина Шелест. Такая жесткая и звучная фамилия, присуща только лишь бандюгам. Шелест. Ты кто? У меня кличка Шелест. И все. У всех людей в округе, в радиусе 50 метров, должна быть судорога после этой фамилии. Шелест. Клен шумит, а Шелест бежит. Нет, вообще не ок. Почему? Ну вообще, ни в какие ворота не лезет. Ну вот это ничего, ну обычная такая дурочка. Вот, дурочка и все. Вот няшенька. Ну и это более-менее. И какая она из них? Шелест, наверное, вот это. Брюнетка, да, она брюнетка. Это не... Но первое место я дам, конечно же,
мадам, та, что в середине расположена, потом левая, и последнее место, я бы ей дал не третье место, а место 50-е, вот правое. Хотя, может быть, главное, что у нее соски твердые. Это не то. А, да, вот мы ищем сообщество. Как найти себе тёлку, пацаны? Все очень просто и легко. Заходите в какой-нибудь паблик там, знакомство в Москве. Допустим, паблик закрытый, не беда. Не беда просто. Поиск по участникам. Москва. Ну, Россия, Москва, возраст от 16, ну, может, и от 18, 16-летних не надо трогать, не надо, пускай они живут своей жизнью. Я лишь так насладиться красотой, потому что людей я вижу очень редко, очень мало, так как в основном я комнатный типа задрот, но отчасти знатный любовник. Анастасия Шукаленко. Что? Шульженко. Если это она, то, наверное... Нет, это не она. Слушайте, я её где-то видел. По факту я её где-то видел. А! Ну, это точно не она. Идёт с капучино. Или что это такое? Ну, наверное, какой-то кофеёк. Сверх заоблачный для Крыма. Ну вот она, да, я ее сразу узнал. Что это? Что вот это? Знаете, я вот мечтаю побывать в Паттайе, ну, Таиланд. И много видео смотрел про трансов, ну как бы на них не напороться. И знаете что, пацаны? В основном у трансов именно такие лица. В основном. Вот такие скуластые. Ушастые. Глазастые. О, бровистые. Надеюсь, он натурал. И останется натуралом. Next. Ирина Лукулова. И что самое интересное, никому нельзя написать. Добавьте меня в друзья, давай я тебя добавлю в друзья. Я тебя наебал, я тебя не буду добавлять в друзья, потому что ты, наверное, слишком стара для меня. О! Шульженко, блин. Шульженко, не хочешь прогуляться? Вот. Все, пишем так, даже без приветствия. Тёлка должна знать, на что мы рассчитываем. Она должна хотя бы догадываться. Кира славная. Воу! В Линейдж? Чё, реально? Угу. Ну, это уж я точно знаю, что я напишу. Давай. Я буду конем, а ты моим. Ставим запятую, потому что это очень важно. И восклицательный знак, пацаны, не стоит ставить, потому что девочка поймет, что вы слишком напористый. Она этого не должна знать. Она должна узнать это, когда придет время. Когда... вы у нее дома, либо она у вас дома, но лишь бы было все по обоюдному согласию. Конем. Конево дом. Все. Кара. Точка. Просто точка. Можно троеточие. Ольга Чулибская. 22 года. Мой размер. Ну, я думаю... Нет, точно. Не хочу. Ну, я думаю, не мой кошелек. Это тоже. Потому что написать нельзя, это первое. И у нее есть дочка. Я не хочу получить пизды от мужа. Виктория Михайлова. К-
Как долго открывается Виктория Михайлова у нас? В каких она группах состоит? Ветеран. Добавить друзья. 40 минут назад. Кресло, мешки с ко дню Святого Валентина. Чё это за группа ебанутая? Чё такая реально существует? Я не понял, а зачем на День Святого Валентина дарить кресло мешки? Пчаны. Возможно, какая-то ассоциация есть. Любители дарить кресло мешки на День Святого Валентина. Но я и напишу. Ва! Блять, по-моему, говно полное. Забейся. У меня не нашлось для этой девочки слов. Но зато для этой найдется. Ох, думаю, этот мальчишка подрастет и мне пиздюлей даст. Если я напишу то, что думаю. Да. Либо она мне пизды даст. Пацаны. Извините, но Мария, мне кажется, меня убьет. Татьяна Миськина. Ну, обычная девочка. Как-то мне одна знакомая написала, ну, будущая знакомая. Я просто уже уверен, что мы с ней поладим. Написала, мол, не чиксы, а девочки. Понимаете? Или женщины. Ну, женщины это... Вот женщина, 36 лет. А 20 лет вы не женщина, вы еще девочка. Не познали и 5% жизни. Аня Черкасова. Опять же, не мой круг. Мне нужна, знаете, какая тёлка вообще? Пацаны, вы просто со смехом умрёте. Дрянная сука, которая пьет пиво каждый день, по 2 литра, как и я. Все, мне больше ничего не нужно. Пьем, любим друг друга, пьем, любим друг друга, уснули, проснулись, любим друг друга, пьем, уснули с друг другом. Вот такая. Мой вкус. Киевстар. Киевстар это, по-моему, провайдер такой имеется. Очки дешевые. Хотя я в очках не спец, но видно, что не какая-то там Джон Гибан коллекция. Зато любит котов. Особенно вот этот кот. Он явно ужасен. Алла. Ну, не пугай. Измените, но очень старая. Очень. Вирусная угроза была обнаружена. Да и похуй. Вирусная, невирусная. 1,80 м роста. Про ее телосложение просто колоссально сочетаются. И я думаю, если бы мимо проходил, то смотрел бы на нее. Я на многих тёлок смотрю. Ну, так разглядываю, знаете. Я думаю, большинство мальчиков этим не занимаются. Что разглядывают девочек. Ну, ищут себе элементарно пару. Потому что заебало жить в одиночестве. Ну, хотя бы гулять в одиночестве. Ты идешь все с бабами, а ты один. Ну, меня к этому жизнь не готовила, извините. Ну, ладно, я должен вам признаться, что я очень часто не один, а с 0,5, с литрухой, с 2,5. Причем литраж
однолитрового с 2,5 практически по цене идентичен. Потому что марки другие, то есть вы понимаете, что в 2,5 на литр, что в литр. Опять же, нельзя написать сообщение. И ответить ей тоже нельзя, полностью заблочено. Ну как на контакты иди? Как? Где контакты? Можно написать, но... Хочу солнце, море, бутылку мартини и табличку. Да пошли вы все со своими претензиями. Секунду. Текст устройства захвата. Это, по-моему, веб-камера. Да, USB устройство. Прозрачность. И ничего не показывает. Показывает. Хорошо. Только я какой-то морщинистый тут. Ну, это жизнь довела, пацаны. Вы должны понимать. Мне превосходно видно. Я думаю, превосходно. Хочу солнце, море, бутылку мартини и табличку. Да пошли вы все со своими претензиями. Я тоже хочу. Лежа на гамаке, посылать мир нахуй. Все проходящие мальчишки, которые уже давным-давно переебались, так же идут нахуй. Я им тупо бы факт показывал, если бы у меня охранники были. Но так как никого нет, я могу лишь держать это все в себе. И просыпаться каждый день. И думать об этом. Понимаете? День за днем топ-геймер просыпается и думает, как бы полежать на гамаке и показать бы факт этим уёбкам. Ничего такого нету. Верим, Михайлова. Ну, Дарья. Клуб. И еще раз клуб. 92-й. А, так она 10 лет назад заходила, Господи Иисусе. Возможно, уже новую страницу создала. Екатерина Шелест. Она вроде бы тоже 3 года назад заходила, я не спалил дотацию. Алена... Алена. Возможно, фейк. Но навряд ли, что это фейк. Хм. Напишем ей. Что... Что за забегаловка у тебя на... Нет. Чё я пишу? Это фото. Нет. Без запятых. И все, конец! Это конец! Пацаны! Просто нужно пикапить, никто не заходит! С тобой, блядь, все в порядке. А что такое? Что ты посмотри, в основном никто не заходит. Вебка, между прочим, нахуя работает. Я тебе вебка. Как? Я показываю свой артистизм. Вот и я о том же. О чем? Будущее за девушками, а не за чиксами, фу-фу. Но мы как Адам и Ева. Она подумает, что сумасшедший сейчас будет листья добавить. Да мне похуй, спо.
Пачаны, если вам кто-то такое пишет из баб, то это явно талантливые и творческие люди. Потому что такое может написать лишь только человек, который имеет IQ свыше 190. Но мы, как Адам и Ева, вполне... Проблемой. Не так ли? Еще N с большой буквы. Блять, ну она слово протестить не знает. Ну я бы ей написал. Мне нужна баба задротка. Задротка, пьющая пиво каждый день по 3 литра. И не умеющая рыгать. Все. Это идеал мой. Это реальный идеал. Хлеб! 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 В названии хлеб! Только, блин, зайди в ту комнату, у меня тут видео идет. Пацаны, следующий о тёлках. К сожалению, я вебку поздно включил. Давайте не... Не здесь. Сообщество... Стикеры ВКонтакте. Вот что такое стикеры ВКонтакте? Конкурс на создание новых стикеров. Это... Блять, а что такое стикер? Слушайте, что такое, мать его, стикер? А! Я понял. То, что раздают разносчики всякие стикеры. Что ты говорил? Да ничего такого. Да ничего такого не говорил я. Новую группу нашел, сейчас будем тёлок кадрить. Можем мужиков. Смотри, Украина первая, лидирует, блин. Потому что мы с Украины, алло. Мы не с Украины, пачан. Ставь активный поиск. Стоп. А, пацаны, самое главное, да, семейное положение выставляйте в активном поиске. Если вы выберете любое другое, либо вообще выбор статуса, то есть шанс, что вы напоритесь все-таки на жену какого-нибудь фаната Арсенала, Барселоны, ЦСКА, Спартака, и вы получите пизды. Этого не нужно делать, поэтому в активном поиске, но хотя... Разве если вы не двухметровый? Нет, хотя в активном поиске, когда ставишь, у тёлок ведь... Тоже есть связи какие-то. Ну мало ли, возможно, вон, они София, с кем-то на стороне. Вот эта София как раз-таки мне въебало даст. Только ей, не, ей явно меньше 16 лет. Ей точно меньше 16. Ты посмотри на этого коршуна, белобрысого инвокера, и на нее. Ты что? Хлеб, как я мог на нее посмотреть? Ты возраст выбери от 16. Ой, теперь на возраст все гонишь. Она ей больше 16. Что? 5 подписчиков. Я так и знал, что этот Иван гей. Почему? А, так мы же женский не выбрали, бля. Ебать, подожди. Алла, а Алан это то. Слушай, ты никогда не хотел с Готом поебаться? Ты гля! Почем тут ёжик чёрный? Такой придурок. На тебя заявит, кто-то тебе даст страйк и удалят твой канал, нахуй. Это пиздец, пацаны. Иван Мальцев. Ну, рисует неплохо, но до этого мальчишки, японского мальчика, ему довольно-таки далеко. И то, если это его фотка. Ну, если он рисует так, то, в принципе, я думаю, он к этому и идёт. К такой внешности. Так как люди рисуют своих идеалов. Вот его идеал. Крушить, месить, насиловать, убивать, торговать наркотиками. Ёбок, зачем? Так это ж Росомаха, по-моему, не? Нафига столько тату? А? Зачем? Мальчишка, что на правой руке у тебя? Ну, у меня от правой, от него на левой все-таки. Левая рука. У него выглядит крайне уёбищно. Какие-то фурункулы видны. А на правой руке
точки. Как огромные ебаные прыщи, либо бородавки. Это может нравиться девушкам. 21 век. В 20 веке, окей, там 80-х, 90-х, татуированный мужчина, это равно престиж, а сейчас нужен скилл. Вы посмотрите мою игру на лич. Печеный, ну сори, но это I'll be back, визмощадка. I'll be back. Никого не хотел задеть. Все в шутку и только в шутку.